В Актюбинской области для желающих окунуться в проруби на крещение подготовили 19 купелей. 5 из них расположены в областном центре, остальные в районах. Места для купания оснастили пунктами обогрева. В целях безопасности на водоемах будут дежурить более 200 специалистов. Это спасатели, медики и полицейские. Ежегодно в традиционных купаниях принимали участие десятки человек. В этом году из-за ситуации с ковидом ожидается, что желающих будет меньше. Отказаться от погружения в прорубь рекомендуют людям с хроническими заболеваниями.